Всем привет, друзья, с вами Малфой. Вот буквально 56 минут назад вышел новый клип Диларензи «Дисс на копов». Я еще его не смотрел и решил записать вот такой ролик, мою реакцию на клип Диларензи. Почему бы нет? Давайте вместе с вами посмотрим этот новый клип. Так, давайте качество выберем. Так, Full HD, ну что, поехали. У моего бати вот точно такая же джинсовка есть. Ну ладно, не будем. Точь-точь такая же есть. Ну ладно, ладно. Меня ищут копы, но и меня не найти. Вот реально четкий звук. Ты слышишь, что типа качественно реально звук? Европы, чтобы сюда прийти. Смоки. Копы не любят меня, потому что я черный. Не любят меня за черные строки. Это так. Реально качает, и клип выполнен реально в крутом качестве. 4К, действительно. То есть Делароско постарался над клипом. День, на учебу идти мне лень. Я опасен и приятен, будто Керч мой сосед. Меня не найти, я заряжен с 9. Шмоты, деньги, моя жизнь. Мы взлетаем, ты держись. И вся жизнь так по газам. Не давлю на тормоза. Да-да, досмотрим дальше. Хоть копы на хвосте за мной, ставит полный склад. Я взрываю копов, мои люди за спиной. Они... Видно качество, видно, что Делароско реально постарался. Сцена, ну это так и задумано, что на каком-то заброшенном здании снимают. Ну ладно. Меня пугают, но они тут полный ноль. Копы, копы. Вот не знаю, почему мне капец нравятся эти очки. Вот лайк, если ты тоже хочешь себе такие очки. Копы, мне на вас совершенно копы. Ну, что я могу сказать? Клип Диларензи ничем не уступает клипу Тимурки Битс. Это реально четкий кавер, то есть Делароско постарался. Клип мне понравился. Вот, в принципе, благодаря Делароске мы можем сейчас видеть новое качество контента. До прихода Делорозы на YouTube клипы в Сампе, в принципе, такие никто не делал. А вот когда уже Денис начал записывать какие-то там клипы, треки, уже и другие ютуберы подтянулись. Не, не подумайте, что там типа я хочу подлизаться или что-то еще. Это ну, чистая правда. Ну что ж могу сказать, клип реально годный. Я надеюсь, он вам тоже понравился. Ему по-любому нужно влепить царский лайк. Ну, он действительно этого заслуживает. Ну, думаю, на этом все. Клип вышел реально годный, трек тем более. Отличный кавер, мне все понравилось. Надеюсь, вам тоже. Я благодарен тебе за просмотр. Всем удачи, всем пока.